Звезды с неба упали на крыши тверских машин. ЧП произошло в полдень 15 апреля на улице Советской напротив главпочтамта. Световая иллюминация «Звездное небо», которая устроена на всем протяжении улицы Советской, полюбилась уже многим, но в первый рабочий день на этой неделе преподнесла автовладельцам неприятный сюрприз. «Звездное небо» оборвалось, и провода упали прямо на крыши проезжающих автомобилей. В считанные минуты образовался транспортный коллапс. Очевидцы выложили фотографии в группе «Подслушано у водителей Тверь». Практически сразу проблему устранили, и движение транспорта возобновилось.